Мы находимся на территории пансионата Виктория, поселок Берта. Здесь очень красивый парк, благоустроенная территория, есть бассейны. Вот такие вот красивые корпуса с балкончиками. Очень интересные. Это Альпийские горки. Везде урны. Такие вот номера, которые выходят прямо на улицу. Очень, что очень удобно. Здесь бассейн. Вот он. Лежаки, зонтики. Даже два бассейна. Один бассейн детский, вот там, где вы видите горку, там бассейн для детей. А это взрослый, наверное, он поглубже. Вот такие вот красивые растения. Все здания выполнены в одном стиле. Здесь очень комфортно отдыхать с детьми. Вон вдалеке стоит ресторан, отдельно стоящий. Везде посажены экзотические растения. Все очень чисто, аккуратно. Очень приятное место. Добро пожаловать в пансионат Виктория, поселок Берта. А вот это детская площадка пансионата Виктория, поселок Берта. Здесь маленьким детишкам будет очень комфортно играть. Свободное от пляжа время. Но сейчас здесь никого нет, потому что сейчас очень благоприятное время для того, чтобы провести его на пляже. Вот такая вот лазилка, качельки. Очень миленько, чистенько опять все. Все отлично. И все корпуса, которые располагаются здесь, они находятся среди зелени, среди различных интересных растений. Вот песочница, причем песочница с таким козырьком в виде ромашечки. Вот. А тут, видимо, территория какого-то другого заведения. Там слышна музыка. Здесь тихо, спокойно, очень уютно и приятно. Так, и мы выходим на аллею парка. Вот опять же корпуса. Вот такие вот с отдельными входами. Очень здорово, что корпус, я так понимаю, на 4 номера. И они выходят все на разные стороны. То есть соседи не мешают друг другу. Вот это вот аллея парка. Здесь различные хвойные деревья. В частности, вот кедр мы видим. Гималайский. Все очень зеленое, красивое, цветастое. Вот такая вот аллея парка. А это высотные корпуса пансионата Виктория в поселке Берта. Многоэтажные. То есть есть двухэтажные небольшие корпуса, а есть прям вот полноценные. Возможно, здесь оздоровительные какие-то процедуры делаются. Вот центральный корпус. Также находится он в зелени, среди различных экзотических растений. Но постепенно
Спускаемся к морю. Греция, Санторини. А вот такие вот корпуса в санатории пансионате Виктория, которые выходят своими окнами прямо на море. Вот. Вот такой вот балкончик здесь. И прямо вот можно смотреть на море. Сегодня немного пасмурно, но в ясную погоду, наверное, потрясающе нет. А это вот лестница, спускающая на пляж. На пляж пансионата Виктория. Вот такая вот интересная сделана лестница, безопасная, металлическая. На каждой площадке можно отдохнуть. Стоят лавочки. Вход вполне нормальный. Очень красивый вид из моря. Здесь такие скалы. Вот такой вот пляж на пансионате Виктория. Вот там внизу такая бетонная дорожка, прям очень комфортная. По ней можно пройти на центральный пляж. Вон там вдалеке центральный пляж. Что, в общем-то, хорошо. Пляж находится в отдалении от пляжа пансионата Виктория. И оттуда доносится только музыка, никаких других шумов мы тут не услышим. Вот такое море. Отдыхающие катаются на катамаране. А здесь тихо и спокойно. Здесь люди отдыхают вполне себе комфортно. Вот такая вот лестница. Сделана очень грамотно. И дверь на кодовом замке. То есть посторонних людей здесь нет.